Уважаемые зрители, Вербовский Ньюс, доброго времени суток. Новости вторника, 25 мая 2021 года. Номер один. Одним из способов наказания иностранных технологических компаний, которые откажутся открывать свои представительства в России, будет специальная пометка в поисковой выдаче о нарушении законов. Об этом Коммерсанту рассказал глава по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Номер два. В Госдуму внесли законопроект о деятельности иностранных лиц в сети интернет на территории РФ, который обязывает иностранные интернет-ресурсы и IT-компании, владеющие ресурсами с ежедневной аудиторией больше 500 тысяч российских пользователей, создавать в России официальное представительство. Информация о документе появилась в базе Госдумы. Номер три. Приложение Clubhouse для Android стало доступно для скачивания в России. Загрузить программу можно в Google Play. Номер четыре. Головная компания Google, Alphabet, отказалась продолжать переговоры о предоставлении большей автономности разработчику искусственного интеллекта DeepMind, который принадлежит поисковику. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Номер 5. Основатель Telegram, миллиардер Павел Дуров, удалил свой аккаунт в Facebook. На это обратил внимание телеканал RTVI. Уважаемые зрители, творческий коллектив Вербовский Ньюс желает вам смело преодолевать трудности и невзгоды. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии.